Эдуард, Офелия, Достембек, еще Михрубон, Айлима. Шестиклассница Настя Пономарева называет имена своих одноклассников. Когда-то произносить их Насте было сложно, но сейчас она говорит уверенно. Отлично тренировалась за годы совместной учебы, хотя имена все непростые, иностранные. У Насти многонациональный класс. В нашем классе учатся узбеки, казахи, таджики. Азербайджанка я. Представители семи национальностей. Представители семи национальностей собрались в одном шестом А-классе Березовской школы номер один. Узбеки, таджики, киргизы, казахи, азербайджанка, татары и русские вместе ходят на уроки, бегают по школе на переменках и делают вместе еще кучу обычных детских дел. Мы много смеемся вместе. И гуляем, играем на улице после уроков. И учимся. Мы все вместе, бывает, ездим куда-нибудь, в кино вместе ходим. Иногда вместе с ребятами там в парк ходим тут недалеко. Или Татьяна Викторовна вот любит нас куда-нибудь сводить там в кино. Последний раз вот мы в театр тоже ходили. Интерес у нас общий, там вот сериалы смотрим какие-нибудь, там книжки читаем, что-нибудь вот это вот обсуждаем. Наш класс любит чай-чай-выручай играть на четвертом этаже. Мы вместе друг к другу в гости ходим, общаемся, гуляем вместе, видео снимаем, лайк. Для них очень важно быть в кабинете, пить чай, вот сладости, и потом у них дискотека. В многочисленных делах своего класса ребята участвуют активно и с удовольствием. И всегда большой дружной компанией. Так интереснее придумывать конкурсы для вечеринки, приятнее принимать гостей, веселее играть в футбол. В классе, где собрались представители разных национальностей и культур, почти не бывает конфликтов. Мы со всеми ладим в классе. Вот, со всеми у нас все общаются, разговаривают, мы все вместе играем. То есть вот они для меня все единые. То есть я их не различаю по национальностям. Вот они для меня просто дети. Если человек другой национальности, мы как-то на это не обращаем внимания. То есть не смотрим на это. Мы ко всем относимся по-одинаковому и ценим всех. Мы как-то все дружим. И, ну, национальность, возраст, ну как-то ну, вот, дружим просто все и все. Умение дружить, доброжелательность и настоящий интерес друг к другу позволили шестиклассникам разглядеть в каждом из своих одноклассников уникальную личность. И неважно, что иногда эти личности говорят с сильным акцентом. Вот у нас есть мальчик Михрубон, он не очень хорошо разговаривает, но с ним весело. С Михрубоном мы вот в футбол играем после школы, мячик пинаем, Достембек тоже с ним играем. С Сабриной и с Мадиной, ну да, вот гуляем вместе, сериал обсуждаем какие-нибудь. Достембек, он умный, он на самый умный, как и Лина. Сабрина, она очень хорошо по-английскому. И вот если у нас какие-то контрольные, вот у нее всегда можно вот, ну, что-то спросить, но она вот всегда отвечает. В этом году в 6 А пришла новая ученица, Сабрина. Она перевелась из другой школы. Там у девочки не сложились отношения с одноклассниками. Они издевались, то, что я узбечка, и то, что я неправильно говорю, все. Издевались, наезжали на меня все. Девочки именно, вот. Каждый вот после урока дома пришла, она грустно придет, она плакала. Потом я звоню руководителю, спрашиваю, что случилось. Учеба тяжело или подружиться? Объясни. Она молчала, ничего не рассказывает мне. А здесь все полюбили наоборот. Все полюбили, играют со мной, дружат. Сабрина отлично вписалась в новый класс, как будто всегда здесь училась. Ей быстро открылся секрет, который так и не постигли ее бывшие одноклассники. Если твои друзья разных национальностей, это настоящая удача.
ведь от них можно узнать много интересного. Все разные у нас. Типа интересно, какие у них приметы и все это такое. Как они одеваются, как, что они едят, как они говорят. Вот это интересно нам. Вот они иногда, вот они, мы у них там уже спрашиваем, вот, как это слово там на твоем языке произносится. Или они нам, ну, вот на уроках там тоже про свои там праздники рассказывают, про свои обычаи там. Ну и вообще про свою культуру они нам рассказывают. Ну тоже интересно вот послушать, что они говорят. Они рассказывают там, какие у них свои обычаи, что у них там национальная еда, например. Мы со всеми разговариваем, ну, иногда разговариваем на своем языке, и другие не понимают, что мы говорим, и мы им говорим перевод. Им это интересно. Я Дастанбеку тогда сказал другу, однокласснику, как будет привет, братишка, он мне как-то сказал. Еще один плюс многонационального коллектива – возможность пробовать кухню разных народов. В 6 А едва ли не каждый праздник – дегустация национальных блюд. У нас есть Покровская ярмарка, каждый год проходит, и туда можно всякие вкусности принести. И вот, эти ребята, они иногда свои вот национальные блюда какие-то приносят интересные. Наше национальное блюдо – это плов. В него добавляется курага, он становится более сладкий. Там изюм, мясо, рис, он не как обычно, он не соленый, он сладкий. Когда у нас Покровская ярмарка, мне мама готовит самсу, и я продаю ее. Мы пробовали самсу, причем разных видов. И еще самодельные такие у них конфеты есть. Михрубон мне приносил, угощал, очень было интересно. То есть кристаллами. То есть они, видимо, самостоятельно выпаривают и делают у них такие леденцы, очень-очень вкусные. То есть мы с ребятами быстро их съели. Вот так и живет 6 А-класс Березовской школы номер 1, где ребята семи национальностей крепко подружились и дорожат друг другом. Наш мир похож на этот 6 класс. Хотя людей и национальностей в нем, конечно, больше. Так может, стоит спросить у березовских шестиклассников совет. Как строить жизнь в многонациональном мире без ссор и конфликтов? Эти ребята, похоже, знают ответ. Ну вот, ну не обращать внимания на эти вот национальные различия, просто ну вот дружить, как вот всем классом. Если куда-то идем все вместе, там никого не оставлять, никого не обижать, и вот ну, дружно вместе все делать. Чтоб там не ругались никто, чтоб ко всем относились одинаково. Чтоб не было, то есть если это человек другой национальности, то к нему надо как-то по-другому относиться. Люди, они все одинаковые.